Так, ребят, всем привет. Сегодня мы будем тратить наши звезды. Я на левом аккаунте прошел, короче, все миссии. Было немножко тяжеловато, но я справился. Так, активировать. Награда за операцию. Бонусный опытный ранга. Так. Что-то еще есть. А сколько у нас? 12, да? А, нет. Бриллиантового нет, операция сломанных клик. Ну ладно, спасибочки. Спасибо на этом. Так. Итого, 101 звезда у нас. Будем, наверное, вскрывать наклейки, наверное, да? На этом аккаунте я буду наклейки вскрывать, а на другом буду оружие буду, наверное. Скорее всего, так и будет. Ну что, поехали. Считать не буду, это будет долго, очень затянется ролик. Так. Я делаю это первый раз. Вообще первый раз. Мне везет? Мне везет. Поехали. Ох, это будет долго. Что ты так долго думаешь-то? Фу, пакость. Это будет долговато. Но я потом посчитаю. Наверное, посчитаю без вас уже. А в комментариях под роликом напишу. Такая змейка красивая. Да, под видео напишу, короче, сколько было чего. Потратил 1150. Но у меня, кстати, на этом аккаунте. Хотя, не знаю. Не буду, да, не буду считать. А если вы хотите второе такое видео с оружием, надо вам поставить. Давайте наберем 30 лайков. Это будет меня мотивировать и вас будет мотивировать, если вы хотите такой контент. Чтобы было все честно, да? То что я один напрягаюсь? Давайте-ка и вы кнопочку лайк нажмете. Ну и коммент, если можно. Я же делаю для развития канала это все. Так. Мне попалась только одна. Вроде дорогая. Где мои эти царапины? Где вот эти царапины? Как они называются-то? Боевые шрамы, вот как они называются. Все. Где мои боевые шрамы? Голографические. Блин, вторая. Ну вот эти тоже дорогие, кстати. Вот эти. А, ну это дешевая. Нижняя дорогая, наверное. Фиолетовая. Змея. Змея тоже дешевая. Пока что-то мне не очень везет. О! Красная, нет, это недорогая. Дорогая другая, значит. Что такое? Ну, по красоте они действительно хорошие. Вот это вроде голографическое, да? Тигр такой, да. Всего лишь одни царапины попались. Да, вы можете поставить, кстати, ролик на скорость 1,5. Чтобы побыстрее все это. Потому что у меня это все будет медленно. Змейка какая-то. Что-то я не сказал бы, что мне прет сильно. Мне кажется, оружие приятнее вскрывать. Но это ради денег делается. Оружие как-то более приятно. Ощущается такое предвкушение. Здесь же оно не ощущается.
Еще один клык дешевый. Ну, этих наклеек я, наверное, думаю, что дофигища у всех будет. Просто дофигища. Да что ты мне рожи-то подкидываешь всякие? Наверное, самая плохая, так это вот эта, самая первая. Вообще непонятно, что на ней изображено. Другие хоть как-то смотрятся. Вот это так вообще курица какая-то. Кто это будет наклеивать? Петухи какие-то будут наклеивать, наверное. Вот она. Нет, не она. Но спасибо за царапину. Угу, хорошая. Вот, что это за курица? Нафиг она нужна? Древняя тварь, в натуре древняя тварь. 67 еще. Блин, как это, как же это долго. Так, голографическая. Давайте мне царапины, дорогие. Еще одна, ну недорогая. Скоро уже половина будет, а я еще ни одной... Ни одного этого не достал. Царапин. Дорогой. Да, лотерейный билет мне не стоит сейчас идти покупать. Мартышка. Ну, ё-моё, что за беспредел? Я хоть одну достану сегодня? Нормальную курица. Красная, ну-ка. Ну ладно, не буду сейчас смотреть. Потом посмотрю все. Можно было бы сделать одной кнопочкой, вскрыть всем разом. Чик-чик-чик-чик, счетчик пошел бы. Что-то нам сегодня не особо прет. Одни зубы какие-то ломаные достаются. Дешевые. Ну и было вроде парочка дорогих. Может, даже буду на стриме это делать, кстати, следующую вскрывать. Кстати, это хорошая идея. Сделать стрим и повскрывать. Ну, немножко поиграть. О, змейка. Это первая вроде у меня, да, такая змейка? Вот это. Классно. Вроде такие только доставались. Морда. Ну что, надо станцевать танец с бубном, чтоб мне что-то досталось хорошее. Где мои эти царапины, дорогие? Ни одной царапины, дорогой, еще не досталось. Реально ни одной вроде. Если я не пропустил, конечно. Змейка, змейка, змейка. Хочу вам напомнить, что нужно ставить лайки, если вы хотите увидеть второе видео, как я вскрываю коробки. Лайки, комменты приветствуются. Дизлайки вообще не приветствуются. Не дай бог увижу один дизлайк. Принципиально скрою и не запишу. Никаких дизлайков.
У меня уже 190 с чем-то там подписчиков. Надо бить срочно. До 200. YouTube что-то никак не хочет меня пиарить. Негодяйский YouTube. Еще одна змея. Золотая. По ценникам я не знаю. Вообще не смотрел еще, кстати. Так что не пишите мне там злостных комментов. И у меня немножко шипит, кстати, микрофон. Да, это я скоро устраню. У меня... О, да ладно. Первая попалась. Голографическая. Боевые шрамы. Ну что за прелесть. А не могло быть пораньше как-то? Я надеюсь, сейчас пойдут одни голографические шрамы. Первая есть. Змея. Мимо. Сколько у меня там осталось-то звезд? Все вот эти клыки, кстати. 33 звезды. Была 101 звезда. Не, что-то не прет. Я, наверное, первый, кто не окуплюсь. Хотя не знаю по ценнику, что там выходит. Сколько у меня вот этих зубов уже? Где мои боевые шрамы все? Давайте наведем шороху и наставим кучу лайков под моим невезением, чтобы в следующий раз мне больше повезло. Ну вот такие голографические хорошие сломанный клык. На, посмотри, сколько он стоит будет. Так-то наклейки очень красивые на самом деле. Не все. Курица вообще некрасивая. Вот обезьяна тоже как-то нафиг она нужна. Да, одни клыки какие-то попадаются. Шрамов вообще очень мало. 20 наклеечек. Жизнь, боль. Это про меня. Ну же, ну же, ну же. Вот, наверное, хотя хз. Это тоже голографическая вроде. Да. Не, если я буду считать, это все будет очень долго. А обрезать ролик потом как-то качество ухудшится, скорее всего. Может и не ухудшится. Ну мало ли, типа не получится посчитать. Так, красная, нет, не та. Не повезло. Блин, сколько у меня вот этих красных клыков. Вот таких очень много. Где моя вся удача сегодня? Не, в следующий раз, наверное, ружку буду точно скрывать. Курица, боже. Что мне так не везет? Не удивлюсь, если на последнюю звезду попадется тоже курица. Да, клыков будет очень много. Неплохо, но могло быть лучше. Змея. Что у меня там осталось-то? О. 6 осталось звездочек.
Видео 15 минут уже. Ну как обычная запретка. Минут 13, 14, 12. Ну, сейчас мы немножко это все заценим. Че почем, но считать, наверное, я не буду. А то видео будет часовое какое-то. Вам надоест смотреть это все. Да ладно, вторые попались. Офигенчик. 3 звезды осталось. Давайте мне еще, пожалуйста, одну голографическую. Так. От этих кукол так больше всех, наверное, досталось. И последняя звезда была змея золотая. Ну что ж, как-то так. Купить звезды. Одна звезда. 61 рубль. Одна звезда, серьезно? Да ладно. Что так дорого? Мы не будем покупать. Так. Ну, это все долго, да, надо рассмотреть вот так. Продолжить. Угу. Я хотел посмотреть, знаете что? Как бы мне их... А, они все вот так и будут, что ли? Кстати, да. Вот это. Использовать. Использовать предмет. 6-й. Давайте-ка используем всех. 7-й. 3 4. Тут экспо дают. 5. Сколько мне их дали то 6 7 8. Ух ты. 9 10 11 всего. 16 левел всего. Как печально. Так. Сейчас я найду этот шрамик. Посмотрю, сколько они стоят. Ну, продавать я буду, наверное, на основном аккаунте, да? 405 рублей. У меня их, по-моему, 2 было, да? Это 800. Ну, наверное, окупился еле-еле. Скорее всего. Блин, даже... Видите, не могу продать. У меня же не 21 левел, я так понимаю. Здесь торговля пока запрещена. Так, и обычные. Посмотреть. Вот на 800 рублей точно уже есть. А вот эти обычные... Что у меня? По 50 рублей. Так, а вот эта змейка. А я купился еле-еле. Я думаю, мне не повезло. Если посмотреть, как Жека... У Жеки было аж 6, что ли, этих звезд. Ну, очень что-то много. Да. Ну, короче, так себе. Я считаю, что мне не повезло, могло быть и лучше. Ну, ладно. Короче, ставьте мне... Пускай будет 30 лайков поставите, и я вскрою еще 100 звезд только на основном аккаунте, и буду скрывать коробки. Я даже не знаю, наверное, вот эти буду вскрывать. Это будет мотивация. Лайк, дизлайк, подписка, удачи.